Добрый вечер, в эфире «Сумма мнений», и, как всегда, здесь, в этой студии, самые яркие высказывания, самые любопытные истории. Итак, тема этого выпуска. Трофеи охотников, как можно привлечь на Урал туристов и их деньги, предложив им только наш лес. Итак, говорим про трофеи. С 22 по 28 октября в Центре международной торговли в Екатеринбурге пройдет первый трофейный форум. Там будет и деловая программа, и конкурс фотографий, и, кроме того, будет представлена 1000 трофейных экспонатов со всего света. Можно будет посетить это мероприятие. Чуть позже мы расскажем, каким образом, что это значит для нас. Также поговорим, как это может создать целую новую туристическую индустрию на Урале. У нас сегодня в гостях Илья Гурин, заместитель директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области, и Алексей Фисенко, организатор первого трофейного форума. Добрый вечер. Давайте сначала про трофейную охоту, потому что это все-таки необычная охота. Чем она отличается от обычной? Обговорим, договоримся о терминах. Про специфику. Начнете? Да, конечно. Трофейная охота, ну, это один из видов охоты, скажем так, который ориентирован на добычу охотникам именно выдающегося по своим качествам трофея. Для охотничьего хозяйства, для природопользования, это можно сказать, что один из, скажем так, высших уровней его развития. Вот, поскольку трофейная охота подразумевает развитие не только непосредственно каких-то вещей, связанных с оружием, там, значит, с животными, но и инфраструктуры хозяйства. То есть определенные развитие гостиничного комплекса в каждом хозяйстве. То есть, приезжая на охоту, охотник за трофеями, он, значит, желает получить комплексное сервисное обслуживание. Поэтому эта охота, она достаточно дорогостоящая, но и прибыльная для охотничьих хозяйств. Хорошая иллюзия. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, как вы сказали, охотник желает получить гостиничное обслуживание. Хорошо. Давайте уточним по поводу трофейной охоты еще. Она всегда в хозяйствах, и это всегда регулирование все-таки природной численности, да? Она не наносит урона природе, верно? Вы ко мне общаетесь? Да, да, да. Я бы хотел немножко шире, может быть, ответить. Не только в нашей стране, а я в последнее время посмотрел, как организована трофейная охота за рубежом. И хотел бы вот особенно тем людям, которые к охоте относятся с некоторым предубеждением, объяснить, что трофейная охота – это нечто особенное. Значит, это люди, когда приезжают охотиться и хотят добыть экземпляр определенных размеров. То есть это обычно самцы. Когда идет трофейная охота самок, и молодые особи не стреляют. Стреляют максимально крупную особь, и обычно это животные уже, которые выходят из репродуктивного возраста. То есть они уже не размножаются. Ну, в основном. Урона природе нет? Урона природе нет. Хорошо. Вы как долго увлекаетесь, и какой у вас самый ценный трофей? Увлекаюсь я давно. Зарубежной охотой я начал увлекаться с 2014 года. Ну, самый трофейный, самый редкий трофей не знаю, но большую пятерку африканскую я добыл, скажем так. Это что в нее входит? Это слон, баффало, носорог, лев и леопард. У нас ничего этого не водится. Чуть попозже поговорим про то, зачем на Урал со всего мира могли бы ехать люди. Давайте сначала про форум. 1000 трофеев. На это можно будет в том числе бесплатно посмотреть. Зачем туда идти, ну, обычному горожанину для начала? Зачем идти? Ну, в целом форум был задуман как достаточно крупное мероприятие, в рамках которого пройдет ряд более, так сказать, мелких мероприятий. В том числе мы планируем провести там выездное заседание экспертного совета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по законодательным аспектам хозяйственной деятельности, противодействию браконьерству на территории Российской Федерации. Это деловая программа, да, скорее. А вот нам, обывателям. Что касается непосредственно выставки охотничьих трофеев, выставка охотничьих трофеев, она интересна прежде всего тем, что там будет показан потенциал нашей области и соседних областей нашего региона в плане трофейной охоты. То есть будут выставлены лучшие образцы добытых охотниками трофеев. Будет проведена оценка
по международной системе CIC этих трофеев, и, соответственно, будут присуждены награды золотые, серебряные и бронзовые медали трофеям. Ну и также будет определен чемпион выставки. То есть это, учитывая то, что каждый трофей по себе он уникален, то есть природа, как правило, не повторяется, то есть она всегда, значит, как хороший художник, значит, вариации различные нам предоставляет для осмотра. Вот, поэтому это будет интересно посмотреть. Плюс, учитывая, что там будут представлены трофеи не только нашего региона, но и зарубежные, которые, значит, предоставлены организаторами выставки. То есть тоже будет интересно посмотреть на те виды животных, которые у нас не обитают. Алексей Григорьевич, зачем идти? Будут ли там ваши трофеи? Да, там выставляем трофеи не только я, но и, как бы, я бы сказал, первый организатор этой выставки, Мазуркевич Сергей Леонидович, он выставляет интересную свою коллекцию горных баранов. И я выставляю небольшую часть своей коллекции африканских различных животных. Я думаю, что жителям это будет интересно посмотреть. Почему я в этом не сомневаюсь? Мы начали это пропагандировать, показ животных мира, где-то в начале года. Сделали Инстаграм, Safari Animals. На сегодняшний день у нас порядка 10 тысяч подписчиков. Подписывайтесь, кстати, если еще не подписали. Да, подписывайтесь, заметим. Еще не подписались. Очень интересно, это, во-первых, охвачен весь мир. У нас аннотации для фотографий животных, не трофеев. Мы показываем только животных. Пишет биолог из Лос-Анджелеса. Как, работает как волонтер. Почему еще она пишет? У нас в России на сегодняшний день очень мало литературы про животных мира. А если она есть, то она обычно на английском языке. Но и при этом, я говорю, ее очень мало. Хорошо, про фотоохоту тоже расскажите. Там будет еще выставка фотографий, да, правильно? Да, будет выставка фотографий, причем фотографии будут интересные. Я в тех местах, где охочусь, ну, мало того, что сам фотографирую, кроме этого, прошу фотографии профессиональных охотников. Естественно, у них возможностей больше. И, ну, бывают фотографии достаточно интересные. То есть животные застигнуты в определенные моменты, ну, подборка, маленькие, большие. Значит, и кроме этого, мы, почему это интересно? Чтобы люди больше узнали, значит, мы начали делать показ этих животных. К сожалению, у нас в городе недостаточно площадей. Мы сделали первую экспозицию в Музее природы на сегодняшний день. Она уже действует с апреля месяца. Это значительно увеличило приток и интерес людей к данному музею. Сейчас она работает. Значит, мы летом вывозили это в лагеря отдыха для детей, такую же выставку. Сейчас открываем в Артях. Делали фотовыставки в некоторых местах. Мы хотим привлечь интерес общественности к познанию животного мира, животных всего мира. И вот я агитирую окружающих, и в первую очередь правительство Свердловской области, о том, что необходимо, на мой взгляд, сделать хороший музей животных в городе Екатеринбурге. Аналогичный Московскому музею имени Дарвина. А может быть и лучше. Может быть и лучше. Хорошо. Давайте про это тоже чуть позже поговорим. Сначала про то, как сделать Урал центром такого русского сафари северного. Смотрите, когда мир стал большим и открытым, и стало можно в течение дня доехать до любой точки мира, мы вступили в фазу глобальной конкуренции. Наверное, надо себя сравнивать не только с северными странами, Скандинавией, североамериканскими странами, но и с африканскими. Чего мы такого можем предложить, чтобы люди сюда приехали, остались на несколько дней, на что они, ну, не знаю, должны поохотиться и куда еще могут зайти. Сначала давайте с вас начнем. Зачем, за каким зверем сюда имеет смысл ехать? Я думаю, что сюда поедут за любым зверем. Сколько я, ну, мне приходится охотиться в основном с американцами, больше всех охотятся за рубежом американцы. Значит, их интересует абсолютно все. Их интересует лось, кабан, косуля, их интересует охота на птицу, на тетерева, на глухаря очень интересует. Да у них же есть. У них что-то похожее есть. Что-то похожее есть в Канаде. Например, на юге Америки этого нет. В некоторых странах этого нет. Европейцы очень хотели бы поохотиться на птиц. Значит, у них таких птиц мало очень. Поэтому вот мне несколько раз говорили о том, что с таким бы удовольствием приехали посмотреть, как атакуют
глухарь, как такой тетерев, поохотиться на них. Готовы платить хорошие деньги, но у нас на сегодняшний день, я бы сказал так, что практически не организована данная охота. И я не знаю, насколько возможно вывозить из России трофеи, как это оформлять. Думаю, что вот эти проблемы на уровне правительства надо решать, и желающие есть, и точно поедут. Какой поток? Ну, не знаю, 10 тысяч в год, 100 тысяч в год? Ну, мне сложно сказать. Страна большая, охотников много. Я думаю, что порядок вы примерно правильно называете. 10 тысяч вполне может приехать. Что мешает, кроме того, что нельзя вывести трофей? Чего еще нужно поправить? Не знаю, сказать, перестаньте наряжаться в медведей, растапливать баню и поить людей водкой, им эти кокошники не нужны. А, не знаю, больше займитесь охотой или чего? Нет, надо просто больше информации. У нас не так развито, скажем так, само предложение. То есть за границей не знают, куда можно поехать. Антипропаганда, которая идет за границей, она тоже не лучшим образом работает, что немножко и побаиваются России. Поэтому, может быть, надо самим больше ездить, рассказывать. И надо начинать. Ведь один человек съездил, приехал, рассказал друзьям. Дальше поехали друзья, и это поток автоматически, как из ручейка превращается в реку. Сарафанное радио лучшее, особенно в небольших сообществах профессиональных. Да, я не думаю, что у нас в охотничьих хозяйствах наряжаются в медведей и там упаивают водкой. Кстати, вот сколько я был на охоте, иностранцы пьют значительно больше русских. Про туризм и про участие госорганов можно сделать понятный очень туристический продукт пакетом, чтобы приехали, поохотились, плюс какая-нибудь небольшая добавка факультативная, не знаю, достопримечательности. Что для этого нужно? Ну, я начну с того, что иностранная охота у нас, она имеет место быть, иностранцы к нам на охоту ездят. Конечно, одним из основных видов охотничьих ресурсов, на которые востребована охота у иностранных туристов, это сибирская косуля. Это Курганская область, она практически забрендирована уже в этом вопросе. Турпоток у них достаточно большой. Есть уже положительный опыт работы у нашей области, у тюменских соседей. То есть за сибирской косулей к нам едут и получают достаточно хорошее и качественное обслуживание на этой охоте и хорошие трофеи соответственно. Вторым видом интересных, скажем так, трофеев, которые у нас присутствуют, это лось европейский. Тоже у нас уже несколько туров были проведено в нашей области, охотятся наши соседи, приглашают иностранных гостей. То есть это все есть. Значит, чтобы каким-то образом расширить, скажем так, и количество приезжающих, и, может быть, количество задействованных каких-то объектов туристических, это все, естественно, можно сделать, то есть продумывая комплексный туристический продукт. То есть им ведь интересно не только охота, им интересно посмотреть, и как мы живем, и нашу историю. Они с удовольствием посещают какие-то памятники, и памятники природы, которых у нас достаточно, и памятники, значит, архитектуры. То есть всегда очень интересен город наш. Вот сколько приезжала группа иностранцев, если остается там после удачной охоты один день, допустим, свободный до вылета за границу, они обязательно с удовольствием, значит, посещают Екатеринбург, ездят, фотографируют. То есть им очень интересно. Поэтому спрос на это приехали, есть. Чего ж не сходить. Задача власти сделать так, чтобы лишнюю ночь, две, три, а лучше неделю люди здесь провели. Оставили деньги в нашей экономике. Правильно? Задача, я считаю, прежде всего в том, чтобы сделать пребывание, скажем так, и возможность для трофейной охоты в нашей области максимально, скажем так, упрощенными с этой точки зрения. Сейчас, в принципе, наше законодательство охотничье, оно достаточно не так зарегулировано, скажем, как раньше. То есть вопросов с перевозкой через границу оружия охотника, с приездом его сюда, их, в общем-то, они все решаются, они решаемые, ничего сложного нет. Вот есть, как Алексей Григорьевич сказал, есть определенные сложности с вывозом трофея. Вот. То есть ряд трофеев у нас попадают под действие конвенции международной СИТЭС. И, соответственно, для получения разрешения на вывоз, допустим, той же шкуры медведя за границу, требуется получение этого разрешения в Москве. Это как бы не очень удобно, конечно.
с точки зрения ВОЗ. Да, вы добавить хотели. Да, я хотел бы добавить, что эти проблемы не только у нас. За рубежом это тоже очень непросто. Ну, для примера могу сказать, я из Мозамбика получал трофеи в течение 3 лет. Причем леопарда, там есть определенные ограничения. Можно в течение года только 2 выставить. Там есть ограничения. Кроме лицензии, естественно, ничего не вывезешь. То есть за границей очень непросто тоже все это. Тоже охраняют свою биосферу. Хорошо, договорились. Иностранцам рассказали, упростили правила, бизнесу посоветовали, помогли. А насколько это вообще является в нашей области бизнесом? Потому что мой скромный опыт общения с охотниками говорит о том, что обычно очень обеспеченный человек приобретает себе или берет в аренду несколько десятков гектаров лесных угодий, строит себе домик, и это не бизнес, он там не зарабатывает. Он с друзьями приезжает, для себя это делает, сам вкладывает. Насколько это уже индустрия, а насколько это еще увлечение, которое датируется из других областей, ну или там из личных доходов обеспеченных людей? Вот я могу сказать, что по опыту тех охотничьих хозяйств, которые у нас в области занимаются туризмом иностранным, ну практически ни одно хозяйство еще пока об этом не пожалело и не сказало, что это им невыгодно. Прям деньги можно зарабатывать. Совершенно верно, потому что рассчитываются туристы в иностранной валюте, то есть, соответственно, в пересчете на рубли это вполне себе, так сказать, нормальная прибыль для хозяйства. И многие хозяйства за счет проведения вот в этот короткий период осенний нескольких иностранных туров обеспечивают фактически функционирование дальнейшее свое на весь оставшийся период, на год. То есть этих денег хватает, чтобы и платить зарплату персоналу, егерям, и обеспечивать кормом, подкормкой животных, и, соответственно, там, значит, ГСМ приобретать для техники и так далее. То есть это достаточно выгодно. Но, к сожалению, некоторые охотничьи хозяйства, ну, может быть, в силу, скажем так, какой-то инертности, или вот как вы сказали, что приобрел для себя, и вроде как и ничего не надо. То есть они вот не хотят этим заниматься, но мы пытаемся их сподвигнуть. Это бизнес, индустрия. Для тех, кому это интересно, большинство, правильно сказали, берут это для себя. Я хотел добавить, что у нас цены на трофеи значительно ниже, чем за рубежом. То есть, в принципе, можно для заграничных туров их в несколько раз увеличить. Хорошо. В завершение немножко можете еще рассказать про музей, который будет лучше Дарвиновского? Что для этого нужно и в течение какого времени он может возникнуть? Ну, потому что обычно трофеи, таксидермии – это что по советской традиции? Это в любом районном музее, краеведческом обязательно будет, чтобы детки могли посмотреть, как волк выглядит. Как это должно быть сделано так, чтобы стало мировым хитом? Ну, первое, я думаю, для этого нужны помещения. Значит, определенное предложение есть. Правда, предложения, я бы сказал так, ну, очень непростые. Ну, помещение находится в сложном состоянии, то есть требует больших вложений. Я разговаривал со многими охотниками, которые охотятся за рубежом. Все-таки за рубежом количество животных, разнообразие значительно больше, чем у нас. То есть для музея, музей только и делать, если российских животных, он не будет столь, скажем так, огромен, что ли, интересен. Я, на мой взгляд, интереснее делать музей мира. А давайте вот здесь в качестве интриги повесим такой небольшой крючок, ненадолго прервемся на рекламу, потом продолжим и расскажем, что должно в Екатеринбурге появиться. Будет ли жираф или, например, слон в нашем городе в музее естественной природы? Говорим про трофейную охоту и про первый трофейный форум, который в конце октября начнется в нашем городе, и про то, какую пользу может городу и вообще региону в целом принести трофейная охота, ну, потому что может появиться новая индустрия, новая туристическая отрасль в нашем регионе. Мы говорили до рекламы про музей, что неужели в нашем городе появится гигантское здание, где будет стоять жираф во весь рост, слон и бегемот, например. Знаете, очень хотелось бы. Появление здания зависит, к сожалению, не от меня. Я думаю, это под силу только сделать или правительству области, города, или сообществу, скажем так, достаточно обеспеченных людей.
Сколько? Да. Сколько денег надо на это? Все зависит от того, какое здание. Значит, вы спросили про жирафа. У меня на сегодняшний день есть заготовка, можно сделать жирафа целиком. Но для этого нужно 5 метров высоту для здания. У меня есть заготовка на слона, я не делаю, потому что я не знаю, куда ее поставить. Значит, я не делаю, сейчас у меня есть заготовки крупных животных, таких как баффало, гиппопотам. Их ставить некуда. У меня на сегодняшний день дома все везде заставлено, где только можно, все стоит. Баффало – это бизон, это бык такой. Это баффало, да, это бык, но это не бизон. Бизон разный. Немножко другой. Бизон у меня тоже есть. Значит, очень много желающих отдать свои трофеи. То есть, скажем так, сказать, что я один это сделаю. Ну, я много, у меня порядка 200, наверное, на сегодняшний день экземпляров есть. В разной стадии. Частно-государственное партнерство. Частно-государственное. Региону это интересно. Выделить, например, землю, если найдутся спонсоры, которые скажут, о, не вопрос, 5 метров потолки для жирафа не жалко. Ну, я не могу за весь, за все правительство, естественно, региона говорить. Но нам, как департаменту животного мира, конечно, наличие такого объекта в Екатеринбурге, естественно, было бы интересно, поскольку это... Большую бы роль играла как воспитание отношения определенного к природе в целом у населения, у людей, вот, так и отношение к охоте, как к одному из видов природопользования. Научный интерес есть в этом, ну, потому что трофейная охота подразумевает, что это можно использовать. Естественно, это, в этом есть и научный интерес, потому что видовая, так сказать, внутривидовая изменчивость, она тоже изучается, так сказать, зачастую по трофеям добытым. Ну и плюс в целом, действительно, как вы сказали, показать, как выглядит то иное животное, которое у нас не обитает. Это всегда интересно. Хорошо, такой зоопарк, в котором животные... Да. А я как раз хотел добавить, что очень много желающих отдать своих трофеи. Потому что уже дома не помещается. Ну и в принципе охота, она же не останавливается, значит, ну и дома не помещается в том числе, ну и многие просто готовы поделиться, показать людям, какие животные обитают. Предварительные разговоры идут, есть на сегодняшний день идея в вновь строящемся зоопарке построить здание музея. Хорошо, давайте немножко еще поговорим про форум, но прежде про охоту как индустрию экономики немного вернемся, потому что у нас такой типичный российский регион. Есть суперурбанизированные центры, Тагил, Екатеринбург и их агломерации. Есть совершенно гигантские пустыни, ну как пустыни, тайга, в которой жить, наверное, не очень нужно людям. Просто потому, что это далеко. Но чем-то заниматься хотелось бы. Туризм идеальный для этого индустрии. Экология, животные. Если люди, туристы туда приезжают, красота. Где на территории Свердловской области интереснее всего было бы развивать такую отрасль? Где есть условия и где нам это нужно? Ну, не знаю, завод закрылся, вот, пожалуйста. Наша область, видите, она очень специфична. Она с севера на юг протяженностью, по-моему, там порядка 900 километров. И когда у нас на севере еще лежит снег, на юге уже, так сказать, листья распускаются. Поэтому, соответственно, вот эта вот протяженность широкая с севера на юг, она дает возможность и наблюдать, скажем так, различные природные комплексы с различными видами охотничьих ресурсов в этих комплексах, и, соответственно, с различными условиями их обитания и с условиями их добывания. Вот, поэтому потенциал в области достаточно большой в плане охоты и в плане туризма, в том числе и экологического туризма, и туризма, скажем так, познавательного, и фототуризма. То есть я считаю, что это еще тот пласт, скажем так, который нами до конца не используется. Алексей Григорьевич, вы сами, когда на охоту ездите, для вас принципиальное расстояние? Потому что в России туризм губит как раз километры. Ну, попробуй до Ивдели доедь, до Екатеринбурга, это же уже устанешь. Вы знаете, это не проблема. Во-первых, за границей, вот я только что прилетел из Замбии, я кроме охотничьих лагерей ничего не видел. Из самолета вышел, в самолет сел, прилетел в лагерь, вокруг ничего нет, только охотничьи угодья. Если есть деньги, платежеспособный спрос, малая авиация, не проблема. Да, больше того, я скажу, что у нас это есть. Я давненько, правда, охотился у нас за полярным кругом на Катуе. Очень длинная дорога, вертолеты. Но все заинтересованы. Самое главное, как бы, спрос-предложение.
Хорошо, в завершении у нас пара минут остается про форум, после чего вы скажете, ну, отлично получилось, давайте второй проведем в будущем году. Что должно быть сделано на этом форуме? Давайте сначала вы, потом вы. Ну, мы уже с организаторами с осторожным оптимизмом смотрим на то, что, возможно, такие форумы мы будем с какой-то периодичностью повторять. Для нас форум будет состоявшимся прежде всего вследствие того, что его посетит достаточно большое количество наших жителей, жителей нашей области. Во-вторых, мы возлагаем определенные надежды на результаты деловой программы форума, то есть и на вот то выездное заседание Государственной Думы, и на другие мероприятия, которые в рамках пройдут. В этих мероприятиях мы планируем решить, ну, скажем так, ряд проблем насущных, которые в отрасли существуют. Вот, и наметить какие-то пути дальнейшей работы и развития в этом Хорошо, направлении. Про это все мы говорили, Алексей Григорьевич. После чего скажете, ну все, отлично, надо делать второй, третий. А я в любом случае скажу, что надо делать второй, третий, независимо от того, будет отлично или не отлично. Для первого раза не всегда получается там, идеально. Ну, естественно, возможно, какие-то шероховатости, какие-то трения, нарабатывается опыт. Потом это идет же все по накатанному. Один раз делали, второй раз, и будет получаться легко и просто. Поэтому у меня сомнений нет, что их надо проводить регулярно, что от этого будет польза, и что к этому будет несомненный интерес. Просто их надо расширять, дальше будет, наверное, расширять программы, приносить большую практическую какую-то пользу. Самое главное в этом форуме, что он первый. Хорошо, отлично. Я знаю, как попрощаться. Надо вам сказать ни пуха, ни пера. К черту. Да, к черту.